В общем, пока мы спали, всем доброе утро. Папа уже скупился. И вот, смотрите, самое-самое, что он купил. Счастье какое. Мечта последних моих дней. Сегодня будем смаковать. А Дашуня жарит блинчики. Вкуснятинку делает. Ай-яй, чуть не сгорел. Порядок. Так, ну что, зовет нас Лизон срочно с утра пораньше рвать арбуз. Вот тот, который мы думаем, что он спелый. Пойдешь с нами? Не, я здесь посмотрю. Подожду вас. Ну, пошли, хорошо. Ну, идемте. Лизончик хочет арбуза. Арбузулики, ля-ля. Ну, по звуку он хороший, да, Лизон? А что ты понимаешь в звуках что-то? Да, земля залитая, потому что ливеняка был добрячий. Ну, короче говоря, вот тут, кстати, есть. Это тоже какой-то звонкий. Но вот эта штука зеленая. Вот этот маленький, он большой. А тут вроде даже звонче. Ма, я с узором вижу. Может, этот сорвать? Ну, тут два сорта просто. Мамины семена я садила. И Crimson Sweet. Вот побольше есть. Вот тут черный тоже, да? Мне кажется, он больше, чем вот этот. Мне кажется, вот этот звонче, чем вот тот. Мы же его тоже сорвем. Кажется, ну тут и больше, надо, да, побольше. Переворачивать его. Блин, тут же кабачок. Смотреть, если у него. Да, это какой-то глухой. Край. Блин, мне кажется, рано еще. Видишь, рано. Лизон, ну рано, пусть полежат. Смотри, вот он зеленый. Он должен зеленый быть вот тут желтый. И вот тут, да. И вот тут тоже. Лизунь. Ну, может, вот этот с узором сорвем. Да ну они вообще а, еще. Вот, посмотри, вот. Недоспевшие. Слушай, еще барановато. Да не. Здесь. Ну, можем просто попробовать. Что, у нас же есть. Чтобы уже мы понимали, сколько приблизительно до момента. Ты за вот этот говорил, да? Это такой желто-зеленый. Да не, она желтая. Да что переводить, что у нас их 100 миллионов, что это? Пусть дозревают. Звук хороший, да? Ну, ну такой глуховатый, не звонкий. Говорила, о, хороший звук. Ну, вроде так звенел вчера. Короче. Ну и что это? Хвостик, вот это ж. Зеленый тоже, не подсох еще. Бадыля, конечно. Оно же все, это еще мы вызревать и вызревать. Это... Зизенька, ну короче, терпим. Ну а что сейчас отрезать и выкинуть? Давайте дыни. Да, дыни вообще зеленые. Дыни вообще. Что я смотрю, особо никто и не жрал. Да? Не особо никто не жрал, но их и нету. Дело в том, что они разбежались. Заползали, значит. Это они повылазили, потому что их позатопило. Они же все где-то. Вот их нора. Тогда вот же они тут были, толпились. Отбой по арбузу, зеленые еще арбузики. Сейчас посмотрю, Дашенька помидорчик просила, может есть. И тут там в конце может быть, а тут так зеленоватые. Вон один этот. Тут они такие зеленоватые. Вон тот можно сорвать, да? Ну сорви. Да, хороший? Ну, такой. Да, не. Просто он уже фитофтори. Ну, сегодня вечером можно будет сорвать. Они дойдут сегодня. Буренькие. Может, вот этот? Такой. Вот такой, да, буренький.
И там Игорь говорит, нет, а я вот нашла хороший помидорчик. А, это что же такое же, да, красный? А я не знаю, какие-то они чуть-чуть другие, там не такие, как это, розовый фламинго, но какого-то разного покроя. Друзья, ну а я решила сегодня, не откладывая в долгий ящик, отправиться на морковку. Это единственное такое огромное большое дело, которое у меня осталось, прорвать морковку. Просто у меня ее тут везде много. Короче говоря, чем я сейчас и займусь. Ух ты, одуванчики. Ну надо. Нет, это не одуванчик. Одуванчик. Не, чедар. Только какой-то очень странный. Интересно. Так. Вот у меня здесь что? Посмотрите. Беспредел на вот этом участке с морковкой. Я сейчас попробую здесь навести порядок. А перед морковкой я все-таки заскочила сюда на лучок. Еще вчера хотела, перепланировали с Игорем на сегодня. Я все-таки хочу в сетке попробовать лучок сложить по 10 там, или по 20 килограмм, по 10, наверное. И посмотреть все-таки сколько, потому что я сейчас так смотрю, вроде так на глаз и не так и много его. 200 килограмм вроде много, а на глаз смотрю, вроде немного. Ничего не могу понять, короче говоря. Я просто думаю, продать мне половину или не продать. Думаю, думаю. Ну, я думаю, вот так вот сложить по килограммам, посмотреть. В сетку сейчас положу, сколько это в сетке примерно, вот. И решить, что мне с ним делать. Просто если это действительно много, так чего тут ждать, пока он будет гнить, следить за ним. Продал и забыл, правильно, оставил вот столько, сколько нам на семью на зиму надо. И все дела. Ну, короче говоря, сейчас вот насобираю 10 килограмм в сетку и посмотрю примерно, сколько это. На глаз тяжело определять. И там же что-то там у меня лук. Кирюшка пришел помогать мне. А, это ты мой хороший. Ты пришел компанию мне составить, да? Молодец. Сейчас с мамой вместе, да, переберем лучок. Так, а Игорь занялся помывкой машины. Ага. Машинку решил помыть. Меня не надо мыть. Тата ж тогда еще ездили в село. И помнишь, мы проезжали такую грязную лужу. Нет, это грязь, все до сих пор вот здесь, а я так не люблю. Ну, Бог тебе в помощь. Слушай, я только обратил внимание, что вот эти подкрылки, они тут резина. Ой, это что такое? Это, что они такие тут, не так как передние резиновые, а тут как с материалом с каким-то. Велюровые. А? Велюровые. С отливом, да. В общем, насобирала я 3 мешка. Вот такой, который уже сухой, хороший, сухой. Вот такие я еще как бы оставляю. Оставляю, такие не. Вот самый сухой, вот здесь по 10 килограмм в мешке. 10, 10 и 10. Сейчас попрошу Игоря отнести туда на горище. Остальное пусть высыхает. Ну вот так вот разложили. Сушить все классно. Повесил тут, оно фух и высохло. Так вот тут сюда ж надо травки приносить, да. Наши. Короче говоря, по 10 кг. И тут я взвесила по 10 кг. Значит, 50 килограмм. Мы уже отложили себе лучка. Не хочет, да, идти купаться? Говорит, я не грязный. Кирюх.
Морозится, вообще не видит ни тебя, ни пошли, меня. Кириш, идем со мной. Пошли, иди покупайся, как иди, погладишь тебя, иди, так руки черные иди ко сразу. Иди ко мне, мой хороший. Ай, ты. Смотри. гладь его, говорю. Пошли. Пошли, мой хороший, пошли. Смотри, грязный Кир. Ну, грязно-то. Пошли со мной. Давай, иди, грязно-то купайся. Пошли. Кир. Смотри, как дышишь, тяжело. Сейчас как просвежишься, знаешь, как легко становится, классно. Иди. Ну пусть лежит, я с ним пойду. Смотри, напрягся. Думал, если он не придет, то... Если бы еще не вот этот пистолет бьется, который... А что? Струей. Нифига он не бьется. Все, лежи, отдыхай. А я там перекрываю. Давай, я включу. Давай. Ой, как сейчас Кирюше будет хорошо. Кирюшечке будет. Кирюша покупается. Сейчас будет такой вкусненький, чистенький. Да? Пока терпит. Молодец. Так, я на морковку, короче говоря. Нормально, я смотрю, потихоньку получается, да? Да, я хотел его грудь помыть, он не хочет садиться. И уши. Кирло. Это такой противный пес, а? Вон это как это. Давай, что это такое у тебя? Я говорила уже, да, что я иду на морковку. Подойди сюда. Все, я пошла. Па, без 13. Ну что? Папулька решил заняться столбиками для забора. Ну, а я прошла уже 3 рядочка. Вот такая чистота получилась. Еще осталось там или 4, или 5. Сейчас мы пойдем передохнем. Не посмотрела на градусник. Ну, что-то шпарит солнце жестко. Но тут не так самой морковки прорвать, хотя 2 кулечка у меня потом уже есть прорванные морковочки. Как раз, наверное, будет мне на консервашку, на кабачки. А, как бурьяна очень много. Ну, я надеюсь, я сегодня приправлюсь с этим участочком. И будет отлично. А, вот тут так чик-чик. А, 3 столбика уже папа поставил. Ничего себе. Круто. Я вот тут, знаете. Вот так это смотрится со стороны. Угу. Четвертую понес. Ничего себе. Сейчас у нас 1-2. Останется только дрова, хотела сказать. Как же они называются? Купить. И будет у нас забор. А как же они называются? Доски. Во! Молодец, Лена. Вспомнила. Принесла папулечке кофеечек. Думаю, с ним здесь постою, выпью. Так, отец наш работает. Трудится. Пол
Бабочка, мне еще осталось. До 8 не успела закончить. Это уже второй такой кулек. Один в холодильнике. Короче говоря, уже, наверное, больше ведра получается. Морковки с этого участка проредила. Так что будет мне на кабачки. Наверное, завтра буду закрывать икру. Вот такие дела. Поэтому та морковочка, которая в земельке осталась, та будет теперь у нас расти крупненькой. Она и так там уже дуже гарненькая морковочка. Это я сюда такую покрупнее положила. А та, что помельче, буду использовать при приготовлении в ближайшее время. Ну, я это почти сделала. Молодец. Но все равно, смотрите, какой участочек чистенький. Игорь уже даже вывез бурьян, который я нарвала. Мне остался вот тут вот пол рядочка. Видите, я вот тут сделала. Еще чуть-чутка осталось. Но пока еще светло. Я хочу сейчас быстренько собрать огурцы и кабачки. А потом, я надеюсь, у меня хватит света, чтобы вот эти пол рядка доделать. Не хочу больше сюда возвращаться. Хочется мне это все сделать сегодня, успеть. Так что я побежала. Собрала быстренько я урожай. Посмотрите, сколько кабачков. Вот это сверху кабачки у меня. Ой, три помидорки. А вот то все под низом огурцы. Короче говоря, на огороде куча баклажан. Но я их не буду ни собирать, блин. И перцы там уже можно срывать. Короче, мне нужно срочно привести в порядок вот эти кабачки. Что ж я выращивала, и что там и курям объестся хватает. И эти пропадают. В общем, с утра завтра займемся икрой кабачковой. Только доделаю, приведу в порядок, ушатаю все кабачки. Тогда примусь за баклажаны. Все, друзья, пошла я. Ну, уже почти стемнело, ну ничего, сейчас что-нибудь еще там поделаю на вот том полрядочку. Может, все-таки успею. На сегодня все. Всем всего хорошего. Пока-пока. До завтра.